Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что стоит ли ремонтировать или заменять поврежденный роскошный автомобиль. Ремонт многих автомобилей стоит дорого, особенно если речь идет о роскошных автомобилях, цена которых зачастую в несколько раз выше, чем у обычных автомобилей. Поскольку роскошные автомобили построены настолько хорошо, что из них используются только лучшие материалы, вы можете подумать, что они, вероятно, будут намного более прочными и надежными, чем обычные автомобили. Горькая правда заключается в том, что поскольку эти автомобили имеют гораздо более мощные двигатели, а их части ориентированы на производительность, износ, которым они подвергаются, намного больше, чем у обычных автомобилей, поэтому они могут изнашиваться быстрее. Игнорирование этих ремонтов также имеет серьезные последствия, особенно если учесть, что в Санкт-Петербурге большое количество аварий вызвано неисправными деталями автомобилей. Когда ваш роскошный автомобиль сломается, стоит ли вам попытаться его отремонтировать или просто заменить? Стоимость ремонта. Первый фактор, который вам нужно учитывать, это стоимость ремонта вашего автомобиля, особенно после серьезной аварии. Стоимость ремонта зависит от того, что нужно починить или заменить, а также от сложности сборки. Вообще говоря, запчасти для роскошных автомобилей почти всегда очень дороги, потому что многие из этих деталей являются собственностью некоторых избранных моделей. Если роскошные автомобили редки, то их запчасти тоже. Есть вероятность, что вам даже придется изготовить запасную часть. Частота ремонта. Помимо стоимости, вы также должны учитывать частоту ремонта. Возможно, вы сможете взять на себя стоимость одного ремонта, но возможно, вы не захотите нести одну и ту же стоимость дважды в месяц. Некоторые виды ремонта могут даже потребовать от владельцев регулярно тратить деньги только на поддержание автомобиля в рабочем состоянии. Если автомобиль стоит вам больше, чем вы готовы потратить, вам лучше просто продать его и заменить. Стоимость автомобиля. Все автомобили быстро обесцениваются, но они различаются по скорости обесценивания. Роскошные автомобили не обесцениваются с такой же скоростью, как обычные автомобили, и поэтому они часто сохраняют большую часть своей стоимости, даже через много лет. Иногда даже автомобили с проблемами могут быть проданы за значительную сумму. Особенно это актуально для коллекционных вещей. Вы можете получить гораздо больше выгоды от продажи своего автомобиля, чем попытки взяться за его ремонт и затраты, связанные с ремонтом. Будущий ремонт. Машины построены из тысяч частей, которые работают вместе, чтобы они могли функционировать. Ремонт вашего автомобиля может сохранить его работоспособность, но вам также необходимо учитывать долгосрочные последствия износа. Роскошные автомобили особенно печально известны не только из-за стоимости ремонта и технического обслуживания, но и из-за того, насколько хрупкими являются их части. Весь смысл предметов роскоши не в том, чтобы получить максимальную отдачу от ваших денег, а в том, чтобы продемонстрировать свое богатство, чтобы вы могли игнорировать целесообразность покупки. Даже в этом случае автомобиль с механическими проблемами может оказаться одной из худших копеек для любого человека. Вам придется решить, стоит ли тратить деньги на ваш роскошный автомобиль. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.